И снова доброго времени суток, YouTube, уважаемые коллеги, друзья. Мы снова на нашем сайте, продолжаем разговор о его функционале. Остановились мы на последнем видео как раз на одной из автоматизированных методик, которые мы предлагаем. И сейчас вкратце пробежимся. Все страницы, в общем-то, унифицированы. Методик этих основных не очень много. Но они проверены опытом, годами работы как нашей лаборатории, моей лаборатории, так и коллег, соответственно, вас, уважаемые психологи, психофизиологи. Но в данном случае мы находимся на странице с методикой прогрессивной матрицы Равена, на которой остановились последний раз в предыдущем видео. Ну и видно, что лаборатория предлагает даже не одну методику как таковую, а предлагает несколько версий, если быть их посчитать без учета их особенностей, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Методика одна, а разновидностей программ автоматизированных, которые эту методику выполняют, их 10 всего. Но и они, конечно, имеют разный функционал. Прежде всего, они по-разному защищены. Некоторые методики, версии защищены лучше, некоторые чуть хуже, но некоторые проще настраивать, некоторые сложнее настраивать, некоторые мы рекомендуем для большого количества обследуемых лиц, а некоторые для небольшого. Ну, в частности, вопрос возникает у пользователей, в чем различие между full version методик и light version методик, то есть полный и облегченный. Но в данном случае максимальная full версия, максимальная light версия. Максимальная говорит о том, что методика максимально защищена. Речь об этом идет несколько выше на этой странице. То есть она имеет двухуровневую защиту, физическую защиту от взлома, программы от копирования и взлома. Значит, ну и соответственно полную версию, максимальную, полную защиту имеется в виду от взлома, двухуровневую, и full версия. Full версию мы рекомендуем для работы, ежедневной работы, работы специалистов с большими объемами, там 10-15 человек обследуемых ежедневно, соответственно около 1000-1500 человек обследуемых ежегодно. Ежели специалист работает с небольшим количеством обследуемых, 1-3 человека в день, соответственно, ему нет смысла переплачивать за какие-то более сложные настройки, которые позволяют быстрее как бы работать с большим количеством людей. Ему достаточно вполне light версии. Соответственно, максимальная защита, да? Light версия. Понятно. Сетевая версия. Программа может работать как на одном компьютере, так и в сети. Имеет максимальную защиту. Об этом свидетельствует слово max. И, соответственно, фразу full version. Работа с большим количеством обследуемых. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Все это очень подробно расписано на каждой из страниц методик. Соответственно, здесь мы видим методику, вторая версия. Методика прогрессивной матрицы РВ на взрослый вариант. Сетевая версия может работать на одном компьютере, может работать в сети, локальной сети, от 1-2 до бесконечности количества компьютеров. Соответственно, имеет максимальный уровень, двухуровневый уровень защиты, max. И light версия, более простые настройки, упрощенные. И работа с небольшим количеством лиц ежедневно рекомендуется для вот таких обследуемых. Соответственно, далее идет опять же третья версия Равен, бланковая. Это методика Равен, взрослый вариант, бланковая. Заведение обследования с бланка. Вы знаете, что эта методика это позволяет делать. И такие версии у нас есть, если это возможно. Соответственно, макс, максимальная опять же защита от взлома и копирования. Двухуровневая защита на физическом уровне. Практически невозможно ее взломать. На физическом уровне защита осуществляется. Соответственно, полная версия с рекомендацией для большого количества обследуемых. Ну и, соответственно, то же самое четвертая версия Равен, взрослый вариант, бланковая версия, максимальная защита и облегченные настройки с рекомендацией для небольшого количества обследуемых в течение дня, в течение недели, в течение месяца, в течение года для одного
конкретно взятого специалиста. Далее идем пятая версия прогрессивной матрицы Равена. Сетевая версия, оптимизированная настройка, она несколько упрощена и облегчена. Соответственно, также максимальная защита, full version. Ну, в общем-то, все понятно. Full и Max версия. И оптимальная версия. Ну и, соответственно, мы предлагаем флеш-версии этой же самой программы. Они полнофункциональны, ничем не отличаются от программ, которые устанавливаются на компьютере. Соответственно, седьмая версия программы. Сетевая версия может работать как на одном компьютере, так и в сети. Флеш-версия, то есть имеется в виду, что необходима флешка для ее работы. Флешки нет, программа не работает. Это вообще очень хорошо и замечательно. Ну и, соответственно, полная защита, full version, значит, без флеш. Ну, имеется в виду, что вы не покупаете у нас флешку, но в инструкции, которая в свободном доступе на сайте находится, вы можете сами скачать и разобраться, как установить программу на конкретную флешку. То есть вы идете в магазин, покупаете 128-мегабитную флешку маленькую, соответственно, значит, ну, это от вас все зависит. Хотите там 1 гигабайт, 500 мегабайт, там 8, 10 мегабайт, сколько они там, 16 гигабайт, 32 гигабайта, 64 гигабайта, допустим, съемный какой-то флеш-диск и так далее. Устанавливаете один раз, и, собственно, программа привязывается к этому флеш-носителю, и все. То есть, соответственно, вы можете ее, во-первых, безопасность очень жесткая, без этой флешки никто не сможет воспользоваться вашей программой, значит, ну и, соответственно, вы можете работать с ней где угодно. На работе, в непосредственном рабочем месте, взять ее с собой домой, воткнуть в свой домашний компьютер эту флешку или съемный флеш-носитель и поработать с программой дома. Значит, поехать куда-то в командировку, взять ее с собой вместе с ноутбуком, ну и, соответственно, работать с этой программой становится очень удобно. Очень хорошая защита. Тут одноуровневая физическая защита, оптимальная версия, да? Значит, здесь флеш-версия защиты. Это, мне кажется, на мой взгляд, это оптимальный вариант этой методики, когда на флеш-носителе все это происходит. Где угодно человек может запустить, поработать в гостях, показать коллеге в соседнем кабинете, поработать на основном месте работы, съездить в командировку, где-то что-то показать, продемонстрировать какие-то результаты. Очень удобно. Все очень подробно о том, о чем я сейчас говорю, расписано вот в этой, ну, в общем-то, много, но очень все понятно, ясно, последовательно. Каждая из автоматизированных методик, давайте я снова перейду на, собственно, автоматизированные методики, она содержит такое описание. Вот мы были с вами на тесте прогрессивной матрицы Равена. Если мы с вами зайдем на MMPI, мы увидим то же самое. Подробное описание версий, защиты этих программ, что такое двухуровневая защита, подробно расписано, что такое full version, что такое light version. Значит, опять же, да, то есть одноуровневая защита, ну, менее надежная, скажем, но тоже, на мой взгляд, абсолютно гарантирующая безопасность работы программы и защиту от взлома и копирования данных. Ну и очень удобные флеш-версии. Пожалуйста, выбирайте себе необходимую методику, выбирайте ее функционал, уровень защиты предполагаемый. Кто-то теряет эти флешки, ну, можно, наверное, тогда в этом случае привязать непосредственно программу к компьютеру. Нет, значит, нет. Смотрите, решать вам, конечному пользователю. Мы лишь предлагаем надежные в своей работе компьютерные программы. Они идентичны по функционалу, но имеют разные такие вот, ну, вот уровень защиты, да, абсолютный, максимальный, допустим, Max версия, да, или такой упрощенный, одноуровневый, ну и, соответственно, цена на эту программу ниже значительно. Ну и флеш-версии, понятно, по каждой методике. Ну вот это если вкратце по автоматизированным методикам, основному нашему программному продукту. Давайте на этом я остановлюсь и продолжу в следующем видео. Благодарю вас за внимание, на этом все, пишите свои замечания под этим видео, задавайте вопросы, если что-то будет непонятно. Подписывайтесь на нашем форуме. Пока!